Вот еще один видосик. Вау. Стоп, у чувака скин башни? В смысле? Да, мне показалось, наверное. Ух ты, Мистик Ассасин, такой четкий, классный вообще. Графон, графон. Это типа 4К, поэтому все заебись. Это типа стримчик, они пришли пиариться, и типа два чувака, один играет, один второй рассказывает об этом. Он рассказывает очевидные вещи, ничего нового. Если он что-то скажет, то я переведу обязательно, как всегда. О, не, нихуя себе! The Tower! Блин, у него... И любитель хулов. У него скин, скин башни из первой части, ребят. Это просто классно. Скин ёбаной башни. Все, я повергнут, короче, вообще в удовольствие. Тут даже такое есть, я в шоке. Вот почему опять вражеский граунг заспавнился на нашей территории? Чё это такое вообще? Мухи летают, блядь. Драконы летают. Веселуха, короче. Это типа она спросила, это дракон? Да, типа да. Ну типа они говорят элементарные вещи, типа мы вот починили зверя, а теперь мы используем его против них, там вся хуйня. Это точка А, то есть они должны бежать на нее первыми, но там половина на Б побежала. Фу, мухи вокруг него летают, какого хера вообще? Лорд Крыс. Крыса-лорд. Что это такое? Что это за скилл такой? Вокруг него летают мухи. Встает навсегда ошеломленным, когда убивают бодигарда. Он такой, блядь, боль моего бодигарда убили, все. Я, короче, боль в душе, короче, знаете. Блин, а вот здесь они красивые хотя бы. Это по-любому Дарк. Из Дарк племени пришел. Отступает. Ну и беги, беги себе, ублюдок. Это по-любому Дарк племя. Он взорвался. Телк говорит, я играла в эту игру, блядь, часами, 3 дня играла, и даже не мылась, короче. Этот Дарк, да? Дарк племя. Да, курсы Дарк Танк. Блин, такой клёвый. Last End, что? Входит в ярость, когда остается наедине с Брайт Лордом. Лоялен к верен типа своему кровному брату, неизвестному капитану. Типа, если он его увидит, то он не станет с ним сражаться и перейдет на его сторону, походу. Классно, братишка. Last Stand и пошел рашить, забивает нашего щитовика, хотя у него не очень получится. Бум. One of his captains just took out the bodyguard.
in the section. Was that a good thing? Yeah, that's great. Like, your captains, they're helping you. And they'll remember, like, oh, yeah, I just took out a bunch of dudes for you. Does he get upgraded? Yes. Oh, right. Yeah, he'll level up. All right. Они запоминают, что вырубали кого-то для нас. В смысле? Нахера? Ой, там 40-й уровень подыхает. Sequels are difficult for a lot of reasons. You're done, huh? Well, you can't do the same thing. No. Right? Сиквел тяжелее, говорит, из-за ряда причин. Щитовик ворвался прямо в этот. Мудрый командир. Но они хотя бы юзают вот эту штуку, чтобы посмотреть, типа, слабости, так клево. Блин, они... Подними капитана! О, все отлично. 40-й уровень будет жить. Один сдох. Все горят. Шашлычки. Ах ты ублюдок. Да вы задолбали перемещаться ко мне со своими суперсилами. Прикольно так вообще. Да теперь у нас 3 капитана забивают одного на точке. У него нет шансов просто вообще. Блин, да хватит мотылять своими топорами, ублюдок. Все, и вот на тебе, ублюдок, на тебе и на тебе. 24-й вообще, Гриша. Гриша, ты зашел не в тот район. Интересно, залился там еще ролик, тот часовой мой, или нет? Я не знаю, я даже не знаю состояние роликов. Я просто отправил их на YouTube и просто сижу, пишу себе дальше. Там уже видел комментарии, кто-то пишет, но что-то как-то не могу пока ответить. +32% меньше урона от дальних атак. Вот это хорошая вещь. Только нужно казнить лучника. Или тут 12%. Я не вижу, там размыто жестко. 12, наверное, 32. Это слишком жестко. Он говорит про прокачку лута, что ты можешь прокачивать лут, выполняя испытания. Ничего нового. Ну все, теперь нету, по сути, кому нам помешать. Теперь у нас куча вождей, куча всяких крутых челов. Ух ты, что там Броукен, поцик? Здорово, что ты тут Броукен? Рекрутов отбить не можешь, да, бомжара? Бистмастер. Сильный. Урграм сильный. Блин, он такой красивый. Опять этот плащ. The Hype Man. Блин, капец. Тут все курсы, да вообще. Там наши капитаны подыхают. Один, по крайней мере, уж точно. 40-й сражается. У него полное здоровье. Он мастер. Фух, я уж думал, кто-то сдох.
Slayer сдох. Они его казнили. Так, теперь мы поднимаем нашего потика. Капитаны попадали. Толка кричит так странно вообще. Конец, блядь, скоро что-то. Челка сказала, Найн, ты меня не убьешь. Чё этот чел кинул топор только что нам в спину? Какого хуя? Блин, чела убили. Забили до смерти щитовика. Ну ничего, он очень долго держался, он, блядь, ты чё? С первой точки он там упал и еще две точки захватил с полным хп. Ну как, с полным хп. Относительно. Блядь, да заебали. No chance, все, нам хана, ассасин. Пиздец. Мародер ассасин? Нихуя себе. Десятого октября, короче, игра выйдет. Так, все. Я пошел рыскать еще ролики. Ссылки, если что, вы знаете, куда кидать. Так что все. Всего хорошего.